Вот эта хуйня изобретена укропами, блядь. Всем привет. Вот этот тактический шлем я сделал из... Это уже достаточно, в принципе, да? Вот этот тактический безухий шлем я сделал из армейского шлема 6B26. Но прежде чем рассказать и показать вам, как это было сделано, из каких шлемов это можно делать, давайте обсудим, зачем мне нужен безухий шлем. И давайте это сделаем там, где потеплее. Самый распространенный вариант баллистических шлемов – это вот такая вот компоновочка. Защита головы, защита висков, подтулейное устройство. Разные модели, внешне очень схожи. Под такого типа подвеску очень неудобно надевать противогазы. Также эта подвеска конфликтует с наушниками. Просто-напросто, когда ты надеваешь все это на голову, я перестал себя слышать, представляете? Большую часть времени я тренируюсь вот с таким шлемом. Это противоударный шлем, на который можно поставить экшн-камеру, который не так конфликтует с наушниками. Я его беру даже в полевые выходы, когда мы заходим на какой-нибудь заброшенный объект, просто-напросто в темноте, чтобы головой не удариться о какую-нибудь трубу. Я просто хочу получить такую же мобильность, возможность использовать наушники, возможность ставить различные камеры, приборы ночного видения. А если наушники, например, не нужны? Например, если ты ходишь в лес, и тебе достаточно лишь рации или там гарнитуры на одно ухо. Зачем отрезать уши, спросите вы? Очень просто. Когда в лесу уши закрыты, непонятно, с какой стороны исходит звук. И вот именно поэтому было предпринято решение сотворить вот это божественное создание. Сначала я хотел резать вот этот вот шлем, это маска 4 БЗШ, но я его просто-напросто не нашел в интернете. Он довольно, ну, он такой же твердый, он такой же тяжелый, но здесь пришлось бы очень много отрезать, смотрите, до этих болтиков. Но, в принципе, он бы подошел под обскор. Для обрезки подойдет любой шлем, у которого купол вот такой вот приплюснутый. Не подойдут 6B7, 6B7M, 6B7. 1М, может, и подойдет, но все равно это будет слишком яичнообразная голова. Я нашел на барахолке купол от шлема 6B26, который был абсолютно без всего. Продали мне его за 1500 рублей вроде бы. Есть предположение, почему первобытные люди делали вот так. Они не хотели, чтобы их потомки могли модифицировать шлем. Но они не знали, что потомков будет вот это. Ого, он так выглядит качественно. Привет, сосед, как дела? Мы вскроем твой гараж. Я называю это полный отрывочки, чувак. Чем вот так клеить, лучше бы козырек ровным, блин, сделали. Становая тяга. Отдел технического контроля. Самое сложное, это симметрично разметить уши, где мы будем резать. Хорошо, симметрия для идиотов. Мы использовали электролобзик с вот этими вот лезвиями, а не по дереву вроде бы. Чтобы не думать о деньгах, братов должно быть дофига. И вы знаете, этот шлем резался на удивление легко, из-за этого я даже допустил ошибку и слишком много отрезал. Резать действительно нужно в хорошо вентилируемом пространстве. Дома вообще даже не думайте. Настолько он быстро резался, что он просто-напросто не успевал нагреваться, зато все, что резалось, превращалось в пыль, и эта пыль летала в воздухе. И вы знаете, какие нас ждали открытия? Во-первых, мы думали, что шлем очень тонкий, но с удивлением, когда мы начали его резать, оказалось, что он довольно-таки толстый. А с козырьком обстояло немножко все иначе, потому что если его срезать, мы бы слишком много убрали со лба, и мы решили просто-напросто сточить его. Купола получатся неповторимыми и уникальными. После того, как заготовка была готова, наступил самый сложный этап производства этой каски – ожидание запчастей с Алиэкспресса. И поскольку это бомж-стайл, нас абсолютно не парило, какие именно рельсы выбирать. Мы заказали самые-самые дешевые на тот момент запчасти. Ссылки на магазины давать не буду, потому что просто-напросто они же меняются как перчатки, и там, где было все дешево для нас, для вас уже может оказаться очень дорого. Было заказано 2 комплекта креплений для ПНВ, 2 комплекта рельс, подвесная система и подушечки.
поскольку я счастливый обладатель активных наушников, обзор на них у нас есть на канале. Это самые дешевые активные наушники, которые действительно хороши. Я заказал такие вот переходнички. Скриншот с товарами вы видите на экране, потому что я не помню, во сколько это нам обошлось. Ехало все это примерно месяц. Итак, первым делом нужно было определиться с рельсами. Вообще, если бы мы брали рельсы от Митча, ну, по крайней мере, вот в переднюю вот эту дырочку они бы встали. Но поскольку мы бомжи и выбирали самые дешевые, мы сверлили дырки. И нам было абсолютно посрать, сколько их здесь будет. Потому что это все-таки интернет-шоу. Так что, поскольку это мой шлем, я отмерю вот так. И здесь... почти. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 дырок. Кстати говоря, во время сверления шлем нагревался намного больше, чем во время обрезания. На канале есть видео, как человек из компании GearCraft прислал нам посылку с тактическим мусором. Тактический мусор пригодился. Мы нашли подходящие по длине стропы на ненужные нам вещи, отрезали их, посадили на клей. Прежде чем докопаться, дважды взвесь свои шансы. Сажали на клей момент, и все это клеилось моментально. Велкро у нас оттуда же. Мы просто-напросто отштопали от тех деталей, которые нам никогда не пригодятся. Никогда не говори никогда, кстати говоря. И тоже посадили на клей момент. Но в некоторых местах, там где клей не хотел клеиться, я все это дело залил еще и обувным клеем, который через сутки засох и действительно прилип прям намертво. Вообще на Алиэкспрессе продаются комплекты самоклеющихся велкро. Также можно и в страйкбольных магазинах поискать в России. Но рельсы, конечно, не идеально прилегают ко шлему. Во-первых, потому что они не для него созданы. А во-вторых, потому что мы слишком много отрезали. Да и фиг с ним. Но мы все-таки подобрали оптимальное их расположение, просверлили дырки и плотно-плотно вкрутили. Рельсы чуть-чуть изогнулись, но при этом, к счастью, они не утратили свою основную функцию, то есть вот различные модули в них спокойно вставляются. А вот крепежка для ПНВ огорчила, потому что в комплекте были настолько коротенькие болтики, что привинтить ее к толстому баллистическому шлему невозможно. И поэтому мы поехали в строительный магазин и купили вот такие вот болтики, винтики. Подушечки я заказывал вот такие вот, квадратные. Это позволяет их по-разному компоновать, и если у вас нету переходников на активные наушники, можно будет подушечки так настроить, чтобы дужка от обычных наушников с ними не конфликтовала внутри. Подушечки приклеены вот таким вот образом, и в комплекте к подушечкам тоже шли самоклеющиеся липучки. Но эти липучки, к сожалению, хорошо клеются только на пластмассу, поэтому сажать их тоже пришлось на клей-момент, а в некоторых местах на обувной клей. А, горячо, блядь! Химический ожог. И после того, как шлем был собран, осталось покрасить его. На самом деле, вот оригинальный цвет шлема мне очень понравился. То, как получилось сочетание цвета койот и чего-то похожего на оливу. Но все-таки надо было довести это все до оргазма, до финального вида. Красили обычной автомобильной краской. Сверху в 3 слоя, изнутри в 1. И получилась вот такая вот красота. Почти что, как с завода. Это видео было сделано с целью, ну, во-первых, понтануться вот этим изделием, а во-вторых, показать вам, что если даже мы, без каких-либо точных расчетов, с растущими из жопы руками, практически на коленке, смогли сделать вот это, то что мешает вам? Поехали! Флисовая шапочка, тактические патчи и тактический шлем. Ну чего еще можно желать? А желать на самом деле можно еще много чего. Этот шлем будет очень жестко прокачан, но об этом в других видео. В интернете бытует миф, что покраска баллистического шлема вредит ему. Другими словами, просто-напросто теряются защитные свойства. Мы пойдем в тир и отстреляем уши вот от этого вот шлема. Будет отстрел 9 на 18, 9 на 19 двух целых ушей, а также мы отстреляем одно покрашенное ухо и одно ухо, которое проведет сутки в воде, и посмотрим, что станет с защитными свойствами этих ушей. Заходите в нашу группу Бомж Стайл, если вы не знаете про нее. Там очень много постов, подобных вот этому вот видео, как люди у себя на коленке делают крутую тактическую снарягу.
Предлагайте и свои идеи туда, если они у вас имеются. На экране вы сейчас видите то, что делают наши подписчики. Следующее видео будет обзор на фильм «Параграф 78».